не люблю бисер, я не люблю натуральные камни. Хотя у меня есть работы подброшены на мне, там, в том числе и кораллы, и старый жемчуг. Вот, но вообще я работаю со стеклом цветным. Вот это такая сложная история, скорее, из детства. Вот эту работу я... Работа этого года, я ее почти 3 месяца делала. Даже перерывами. С перерывами на ковид. Я с ковидом заболела. Вот. Это вот такая история. Это тоже работа этого года. Вот сложный такой рисунок. Вот, кстати, вот это вот универсальное. Это не только ожерелье, но это украшение может служить в качестве повязки на голову, диадемы и даже браслета. А скажите, пожалуйста, есть какие-то любимые вещи, да? Поэтому дальше пойти, я вам да? сейчас покажу знаковые вещи для меня. Да, вот, это брошь.